27 сентября 2020 года. Ярополк в количестве 10 человек прибыл в купель. Молодец. Слушай, Гаврилов, ты прирожденный актер. Ты знаешь, вот когда камера, ты становишься совершенно другим человеком. Что ты хочешь пожелать купающимся? Или тем, кто не купается с нами, что ты хочешь пожелать? Я им желаю, чтобы они передумали и начали ходить в купель. Правильно. Ну, окунемся. Повышайте иммунитет. Видите, какая болезнь вам не страшна. Сегодня праздник большой. Всех с праздником, здоровья, ребят. Приезжайте к нам купаться и закаляться. Всех здоровья. Ниже с головой. Пошел. Так, Гаврилов, лучше горячее море или холодное море? Холодное. Молодец. Айдар, пошел. Давай, разворачивайся. Разворачивайся. Развернись. Молодец. Айдар, ты должен три раза с головой. Понял меня? Давай. И с головой поехал. Три раза. Раз. Отлично. Два. И три. Молодец. Айдар, что лучше утром? Горячий душ или холодный? Холодный. Молодец. Полюбил спорт? Полюбишь и купить. Посмотри на меня. Улыбнулся. Покатал глаз. Оба. Отлично, пошел, молодец. Саса, давай, развернулся. Стой, ты там в семье. Вместе с папой. Речка выйдет из берегов. Отлично. Нормально все. Поехали. Опа. Опа-на. И еще раз. Саня, понравилось тебе? Посмотри на меня. А? Да. Сразу. Отлично. Мадемуазель. Всем привет, боли нет. Не бойтесь, закаляйтесь. Опа. Отлично. Так, все искупались? Хорошо. Водится.